Джем. Очень рада всех вас видеть. Первый трек назывался «На мув», а второй будет называться «Spring Mood». Thank you.
следующая композиция называется «I Like to Please». Thank you.
красиво. Группа Джерри на сцене. На этом инструментальный блок закончился. Я хотел пригласить на сцену нашу вокалистку Ната Мелоди. Прошу приветствовать. Добрый вечер. Всех очень рада видеть. Друзья, хотелось бы немножко поговорить о треке, с которого мы начнем наш вокальный блок. Я думаю, многие из вас бывали в такой ситуации, когда просыпаешься, обычно, как правило, чуть позже обычного. Вот, а голова чугунная, тело вообще мертвое. И ты такой думаешь, что за несправедливость? Почему вчера так все было прекрасно, а сегодня так плохо? Ничего не понимаете? Ну, почти. Друзья, трек, который мы сейчас исполним, называется «Hangover», то есть «Похмелье». Yes.
наконец прошла долгая зима, и наступили летние деньки, и даже ночи скоро будут теплые. Вот. И мне кажется, что в такое время, в такую пору совершенно не хочется сидеть дома. Мы рекомендуем вам надевать джинсы, обувь удобную, брать с собой плеер и отправляться на прогулку по ночному городу в одиночестве. Но при этом обязательно прихватите с собой по дороге полкило конфет с молочной начинкой. Очень хочется иногда сохранить моменты, мгновения. Песня называется «Save».
Следующий трек – это ремейк на известную композицию Билли Холидей, которая называется «Don't Explain». Hush now, don't explain, just say с близким, любимым, дорогим человеком, попивая глинтвейн и любой сиреневый туман. Правильно?
Спасибо. Спасибо, друзья. И в заключение на сегодня нашей группы сыграем последний вокальный трек, который называется «What Makes You Up». Я думаю, каждый из нас знает, что движет нами, да, что делает нас выше, лучше и вообще, конечно, любовь. I'm not afraid to die.
спасибо вам. Было очень приятно. Я хотел бы представить музыкантов на сцене сегодня. Ударные Василий Калинин. Гитара Владимир Меч. Саксофон Иван Барышников. Особое спасибо нашему басисту сегодня, который помог заменить нашего основного Кирилла, Александр Ананьев. Вокал прекрасная Ната Мелоди. Спасибо.
Thank you.
все-таки эффект добавить, мне кажется, в объем, да, общем. Следующий трек, он называется «Сады моей души». Thank you.
Канонистку.
Thank you.
Хвал свиримому городу, городу моему поселу. Я шейда мамо да мамо да гуя. Как у нее овенжеш ношего любанего платнеш, китни, китни, го. Thank you.
Thank you.
Thank you.
сыграем для вас последний трек, последнюю композицию. И она заключит прекрасный вечер. Мне кажется, что все получили удовольствие от того, что здесь было, от того, что здесь звучало. Мы сделали такой двойной прекрасный концерт. Спасибо нашим друзьям, друзьям, коллективу. И мы заканчиваем, да, вот на этом прекрасном, на этой прекрасной ноте. Thank you.
Мне тут подсказывают, что 1 мая вы сможете прийти и услышать, и видеть нас. И, по-моему, тоже друг диджея будет выступать в парке Горького. Вот такой 1 мая будет. Поэтому приходите обязательно, я надеюсь, что до новых встреч.